Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Зубы. Сегодня у нас будет открытие, мы также откроем изумрудный ящик и посмотрим, выпадет ли нам что-нибудь или нет. Ну-ка, давайте нажмем. Вот, такой вот ящик, ребятки. Обязательно поставь лайк, напиши комментарий. И будем надеяться, что мне достанется новый какой-нибудь персонаж, новый зверь. Также, ребятки, на канале AlixPlay выходит новая игрушка Death Stranding. Кто не знает, что за эта игра, напиши на ютубе AlixPlay и найдешь, там будет много видеороликов. Я уже пошел прямо сейчас готовить новые классные ролики. Это новый мир безумный. Вот что будет в будущем с человечеством, с нашим миром. Игрушка не то чтобы хоррор, это фэнтези, ребятки. Вам понравится она, ребятки. В главной роли там Дэрил из сериала «Ходячие мертвецы». Фу. Ну что ж, надеюсь, ты перейдешь на канал AlixPlay и заценишь новую игрушечку. Я ссылочки также оставлю под видео под описанием. Сейчас мы открываем, ребят, открываем. Обязательно либо сейчас перейди, либо после видеоролика зайди, я еще в конце напомню тебе. Вот, потому что я старался, я готовил для вас, я потратил много денег. Пришлось потратить на эту игрушку, чтобы вам показать. Поэтому надеюсь, ребят, ты перейдешь на канал AlixPlay и заценишь эту игру. Ну, пожалуйста, я тебя прошу, пожалуйста. Ладно, ребятки, собрались. У нас открытие легендарного сундука. Ну-ка, в легендарном тоже может кто-нибудь выпасть. Блин, Брюс выпал. Ладно, ребятки. Ничего страшного, у нас еще будет... А, подожди, давайте сначала вот это возьмем предложение. Это еще один сундучок. Ну-ка. О, да! Разблокирован новый предмет, из простого выпал. Утренний кофе. Начинайте игру с бонусом 4К скорости и 65% к скорости подбора. По-любому сейчас кофе испытаем, ребятки. По-любому кофе испытаем. А также давайте, ну, раз я обещал, да, изумрудный ящик. Давайте изумрудный ящик. Высокий шанс эпических предметов. Два предмета эпических. Но мы откроем вот этот изумрудный ящик. Открываем, пожалуйста. Ну. 70 пепера дали. Офигеть, то есть до 11 уровня можно прокачать ее. Но нового персонажа нам не дали. Ладно, давайте затестим. Подожди, а сколько стоит ее прокачать? 20 тысяч прокачка, 20 тысяч. У меня нету таких денег, ты шутишь, что ли? Так, давайте пепер, давайте пепер возьмем как раз-таки утренний кофе. Так, сандали святого, нитрокопье. Что бы мне такое взять? Косточки пригодится. Давайте кофе возьмем вместо сандали, наверное, да? Да, так сделаем. Посмотрим, начинайте игру с бонусом 4К скорости и 65 скорости подбора. Интересно будет попробовать, ребят. Let's go, погнали. В бой. Так, я вдали начинать всех. А, вот кофе, да, ребят, смотрите, как я быстро. Я вначале быстро бегаю. И подбираю быстро. Прикольно. Для старта это очень хорошо. Смотри, какой я быстрый, офигеть. А на сколько секунд? Нифига себе, прикольно, мне понравился кофе. Но он же не навсегда, да? Вначале можно все самое топовое собрать. А как Никс будет собирать? Ну все. Все, это только на старте. Слушай, ну прикольно, найс. Мне даже никто попасть не мог. Давайте посмотрим. Так, вот фигушки. Подбирай. Смотри, что делают. Все, я подобрал. Отлично. Да иди ты нафиг. Отличненько. У меня нитрокопье, ребят. Нитрокопье, отлично. Там кто-то есть. Он сейчас выйдет. Ой, я попал. Это не выходит. Пойдет сюда, нет?
Куда он пойдет? Да, он сейчас будет заходить, я думаю. Так, уходим. Уходим, ребяточки, уходим. Прикольно, утренний кофе мне понравился. Таки новый предмет нам выпал. Я еще хочу зубы вампира выбить. Мне кажется, это еще круче, да? На-на-на-на-на. Давайте пока подхилимся. А чё он так ускоряется? Всё, погнали. Сейчас крутое копье. Смотри. Промазал. Знаешь, что делает? Слили. На-на-на-на-на. Вот так вот, ребятки. Первое место за Пепе. Отлично. Я хочу какой-нибудь классный-классный сундук. Дайте мне крутой классный сундук. Бронзовый, боже мой. Я хочу золотой. Я уже не знаю, что снимать, ребятки, если нам не дадут что-нибудь крутого. 3 часа будет открываться. Пеппер не можем прокачать, но 20 тысяч, я не знаю, ребята, невозможно 20 тысяч просто так накопить. А, Никсу, я хочу Никсу попробовать взять утренний кофе, это будет что-то, это будет мега имба. Я думаю, кстати, можно будет горилле брать, тоже круто, вместо чего? Так, нитролук у него, в принципе, неплохой. Даже не знаю, давайте нитролук все-таки возьмем. И в бой посмотрим, как утренний кофе на него повлияет. Смотри, как он будет вообще быстро бегать. Он так шустрый, быстрый. Кстати, Ларри тоже можно взять. Ларри, я думаю, тоже подойдет. Так, в бой. Какого черта? У меня, короче, игра подзависла. Я просто стоял на месте, ничего не делал. Да ты издеваешься. Эй, так нечестно. Меня, благо, еще никто не убил. Давай подхилимся лучше. Так, подбираем. Так нечестно! Это нечестно, ребят, потому что вы сами видели, у меня глюканула игра какого-то черта просто. Я ничего не мог сделать. Так, все вроде нормально. Сейчас проверим утренний кофе. Кто там злится? Так, вот, смотрите, смотрите, какой я быстрый. Так, это мое. Как я подбираю? Просто подбираю, даже я даже не жду. Офигеть, прикольный утренний кофе. Ой, ой-ой. Я просто прохожу мимо, смотрите, просто мимо прохожу, он берет. Автоматически. Так, подберем, отлично. Так, ну все. Вы посмотрите, что делает. Так, уходим. Будет мне целиться, нет? Смотри, промазал. Ой, ребят, надо сматываться. Надо подхилиться. Давайте здесь подхилимся. Хорошее место у фонтана. Опять.
Да боже, ну как так? Ты серьезно, что ли? Никс, ты меня подводишь. Ты меня подводишь. Ты всегда был супер-пупер. Так, все, зато еще раз посмотрим внутренний кофе, как действует. Смотрите, вообще имба. Надо будет испытать еще. Я просто прохожу мимо, вот. Просто прошел мимо и все. Также я могу любого догонять. Вначале можно кого угодно убить, я думаю. Смотри, что делает. Он поди думает, читерь какой-то. Просто читер. Ну вы сами видели, я просто прохожу мимо, мне даже стоять не надо. Прикольно. Никсу прям самое то. Так, уходим. Там потасовка какая-то. Потасовочка. Блин, мало-мало покушал. Почему он меня хочет убить? Давай, давай, давай! Боже мой, Никс, какого черта? Просто слили нагло. Что-то я плоховато стал играть за Никсом. Раньше прям круто тащил. Потому что Никс лезет на рожон, а Пиппер издалека стреляет. Из-за этого Пиппер лучше. Стелс играет. Ну все, видели, мне даже за Пиппер получается лучше поиграть. Забираем, давайте, награды. Ключики, денежки, нам все это пригодится. Использовать 5 аптечек в одном бою. 5 аптечек, ничего себе. Надо загорело прям играть. Давайте, ладно, попробуем. Попробуем взять также нитро... где? Чашечку кофе. Вместо бомб. Все равно бомбы я плохо использую. Погнали. Ладно, все равно бой. А прикинь, мы какой-нибудь там изумрудный потеряем из-за этого. Печально будет. Так, смотрите, как я быстро бегаю в начале. Прикол в том, что я ничего найти не могу. Я бегаю, ничего нету, ни одного оружия, ни одного оружия, бро. Какого черта? Я с кофе, нет, ничего не, просто ничего не попадается. На глазах забрал у меня. Смотри. Смотри, я слил его. Офигеть. Хотя бы посмотрели, что это действует. Просто всех сливаю. Так, ну все, давайте, у нас задание 5 аптек собрать. Точно. Мне дробовик нужен, дробовик. Так, это мое. Так, исчез.
Мне нужны еще аптеки. Можно так подхилиться, в принципе. Я могу просто тут жертву выслеживать свою. Больше таки всех жду вас на канале AlexPlay. Пожалуйста, набери на ютубе AlexPlay. По-русски. AlexPlay. Вот. Мне очень тебя не хватает на моем канале. Ну, правда. Я стараюсь для вас специально. Там очень-очень-очень круто. Много кто уже подписан и не жалеет об этом. Так, я это все соберу. Ну, вообще, он танк прям жесть. Ну вы посмотрите, какой, какой проворный. Ладно, сидим в аптеку. Так, забрали, отлично. Слушай, ну я думаю, я 5 аптек-то уже использовал, да? Так, отлично. Давайте еще на секунду одни. Эй, какого черта? Он из-под носа аптеку убил. Не, ну с ним бесполезно, бесполезняк тягаться. Он ждет меня, ждет, смотрите. Ждет меня. Ну, он бы уже ничего не сделал. Найс. Вот такая вот горилла. Истри, я не могу. А, ячейки ящиков заполнены. Я даже не знаю, что там такое. Ладно, идем в меню. А вдруг там какой-нибудь легендарный был ящик, а я его потерял. Ладно, зато мы взяли 5 кристалликов. На этом, ребятки, все. Мне кофе понравилось. Да, можно юзать, можно использовать. Неплохо, чтобы вначале набрать все самое топовое. Вначале очень круто помогает, потому что не всегда успеваешь все забрать, если кого-нибудь догнать. Можно быстренько взять самое топовое оружие, даже несколько игроков убить, застрелить, да, потому что тебя фиг кто убежит. Но это примерно на секунд 30, да, действует. На этом все, ребятки. Спасибо за просмотр, за лайк, за комментарий. Вот, теперь я настоятельно попрошу вас, ну, напишите на ютубе AlexPlay, пожалуйста. Это очень важно. Вот, там будет игрушка Death Trading. Посмотри, бро, посмотри, тебе понравится. Ты заценишь. Ну, с вами был Даридий, всем пока.